Плюс 161. Столько новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Югре на сегодняшний день. Почти треть из них приходится на Сургут. По-прежнему в антирейтинге Ханты-Мансийск. Здесь 21 заболевший. И Нижневартовского у 17 человек подтвердили вирус. На момент постановки диагноза у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 33 зафиксирована пневмония. 9 человек болеют бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции на 0,2 ниже единицы. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 135 пациентов, 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.